Здравствуйте, я ознакомлю вас с сайтом, скажу, как сделать регистрацию и оплату. При регистрации пишем фамилия, имя, отчество участника, пишем электронную почту, номер телефона. Обратите внимание, пишем правильно, с плюс 7. Пишем область, город, образовательное учреждение. Сами создаем пароль. Пароль должен составить больше 8 символов. Обязательно ставим галочку «Зарегистрироваться» и активируем аккаунт. При активации пишем электронную почту и пароль электронной почты. После активации вы опять ходите на сайт. Набираем электронную почту и пароль вашего личного кабинета. Нажимаем на личный кабинет. Там внизу стоит значки. Нажимаем на кошелек. Пополнить Каспи.кз. Набираем сумму Олимпиады. Оплатить с помощью QR. После оплаты нажимаем на календарь и выбираем Олимпиаду. Дальше нажимаем «Участвовать». Оплачивайте бонусом, нажимайте на значок. Ожидается ваша Олимпиада. Нажимайте на карандаш. Нужно начать Олимпиаду. После завершения Олимпиады можете смотреть, сколько баллов вы получили и какое место. Нажимаем на кубок. Выберите, какой язык. Дальше «Мои награды», на кубок нажимаем. И вот, получите сертификат, дипломы. До свидания.